Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую. С вами Педро Брауф и у нас обзор рынков. Сегодня разберем в целом, что происходит на новостном фоне, какие есть данные, релизы на сегодня, возможно, на завтра в экономическом календаре. Новость более-менее важную разберем, которая может в долгосроке повлиять на движение рынков. И также посмотрим на примеры метатрейдера какие есть у нас активы, с какими активами можно сегодня поработать в течение дня с целью внутридневной торговли, осуществления торгов. И также посмотрим на основные это пары, форекс-пары, криптовалюты и, естественно, индексы фондового рынка. Как обычно, начнем с основной новости сегодняшнего дня, которая по факту вышла вчера. Но она имеет своего рода тоже давление будет оказать на рынке, в данном случае, газа. Вы все в курсе, что энергетический кризис продолжается. Были со стороны президента России некоторые заявления о том, что он будет снабжать Европу. Он будет набрать в хранилищах газ для отправки в Европу. Потом больше заявления Газпрома о том, что нет, нет, их, нету этих этого объема нету, физически не могут. Но вот э, совсем недавно Газпром обещает, что он скоро уже начинает накачивать хранилище для, э, как говорится, Европы. То есть тут немножко, как мы видим, напряжение может сниматься с рынка. Естественно, это будет немножко повлиять на рынок э, цены натурального газа которая, вот как мы видим на дневном таймфрейме, сегодня очень нехорошо открывается, прям ниже предыдущей свечи, еще вчера вот эта свеча очень длинная пошла, после этой новости по факту пошла она очень сильно вниз, то есть у нас вчера была по факту консолидация, которая завершилась, к сожалению, вот очень сильным исходящим движением, то есть что будет дальше с ценой нефти, с нынешним открытием, вот сегодняшней свечи, скорее всего дальнейший спад, Следует 5 долларов это отметка, который, о которой мы говорили, что он будет протестироваться обязательно. То есть, если помните в предыдущих обзорах, у нас обзор есть еще на английском. Мы говорили по поводу того, что это, эти, эти отметки будут протестироваться. И Они будут протестироваться, и скорее всего от него мы должны отбиваться, либо же после его ретеста мы должны немножко притормаживать. То есть движение вниз должно притормаживаться 5 долларов. Это отметка очень важная. 5 долларов в данном случае 4 доллара 50 центов. Почему? Потому что новостной фон ухудшился. Естественно, 4 доллара 50 центов это тоже не за горами, как говорится. Давайте посмотрим на 4-часовой таймфрейм, который более менее, то есть точнее менее масштабный. И тут мы увидим ситуацию. А вчерашнее движение, сильное, нисходящее. сегодняшняя консолидация относительно э, ретесту вот этой поддержки. Но ну, и сейчас происходит пробой по факту. Окажется он ложный, не окажется он ложный. Нужно посмотреть 4 доллара 60 центов, 4 доллара 40 центов. Ну или же округляем 4 доллара 50 центов. Это скорее всего отметка, которая может протестироваться в ближайшем будущем. Для скалперов обязательно, обязательно имейте в виду, тут можно будет воспользоваться скорее всего движением, которое будет на рынке. Будет ли продолжаться такое снижение? 5 долларов, которые сейчас тестируются, это очень важная отметка. Поэтому если ждем дальнейшее снижение, то хотя бы закрепление под 5, под 5 долларами, под 4.50, а затем уже решить с целью открытия дальнейших, по, по, прода, дальнейших продаж. Сейчас с целью скальпинга, скорее всего, есть возможность сегодня осуществить некоторые, <coughs> некоторые спекуляции, как говорится. Посмотрим на экономический календарь сегодняшний. Вот. И касательно экономического календаря, что можно сказать? Что можно сказать касательно экономического, экономического календаря? Там получается в ПМСК по в 4.30 базовый индекс потребительских цен, э, инфляционный э, как бы показатель, который растет, никуда не денется. И число первичных заявок по получению, по получению пособия по безработице очень важный индика, очень важный релиз. И <coughs> она идет на снижение. Но это как бы хорошая новость, потому что это как бы релиз о безработице запасы сырой нефти которые очень важно и тут мы видим что дефицит увеличивается это хорошая новость для для нефти рынок нефти мы тоже сегодня обязательно разберем график мы разберем посмотрим что там происходит есть некие изменения в последнее время некая борьба между США, с президентом США, с ОПЕК+, с целью того, чтобы регулировать цену нефти. Точнее, США хочет регулировать кризис... энергетическим кризисом, <клышленный кризис> <клышленный кризис> увеличив добычу нефти. А Зеленая, конечно, против этого, а ОПЕК+, тоже, ну, сопротивляется этому, с целью того, чтобы держать цены нефти на плаву, чтобы они не снизить. Почему? Потому что, есть еще очередной фактор, который может очень плохо повлиять на цену нефти. Сейчас вы все знаете, что происходит очень сильно количество зараженных в Дальней Азии увеличивается. Но такие страны, как Китай, к сожалению, и многие другие страны принимают, как говорится, противокарантинные меры. То есть они пытаются держать бизнес на плаву, держать весь бизнес, то есть имеется в виду, чтобы ну, как бы, там рестораны работали, бары работали и так далее. И бизнес держит таким образом на плаву, то есть переход, приток людей есть, но они опять же должны перейти каким-то сертификациям о том, что они болеют и так далее. И это называется как бы, противокарантинная мера. Но несмотря на это, по факту статистика может расти очень сильно. И особенно статистика Дальней Азии может плохо повлиять на... <коспорядок> может плохо повлиять на, э, как говорится, то есть закрытие портов китайских, и, следовательно, закрытие портов китайских – это снижение спроса на нефти. Поэтому есть уже такая опасность. Как бы. То, что США сейчас хочет, то, что Байден сейчас хочет с целью увеличения добычи, это не очень приемлемо для ОПЕК+. Поэтому смотрим, наблюдаем, что там нас ждет. Сегодняшняя релиза вроде благоприятная для нефти. Так, пойдем, пройдемся по индексу доллара США – обратную корреляцию с фондовым рынком разберем. Давайте начнем с S&P 500 Dow Jones. И вот сегодняшнее, вчерашнее снижение, которое мы видим, обращайте внимание об этом снижении, об этом движении мы еще поговорим, произошел вчера, вчера начался. И это все на почве того, что США, ну то есть ФРС заявил о том, что кризис недвижимости вот того гиганта, который разоряется в Китае, может эффектом домино распространяться не то, что на весь мир, но и на американскую экономику в первую очередь. То есть немножко от этого э, отшарахались рынки, аппетит, как мы видим, снизился. Дневной, 4 часов таймфрейм, или, если лучше я дневной включу, и вы увидите, что по факту вчерашнее снижение, оно не очень ошутимое, но оно есть. То есть коррекционное такое маленькое снижение, который может продолжаться в ближайшее время по S&P, по Dow Jones, поскольку сейчас происходит, э, сегодня произошло открытие очередной свечи, сегодняшней свечи ниже вчерашней, что указывает на то, что по факту умеренное такое снижение может еще немножко продолжаться. Давайте посмотрим на 4 таймфрейм. Сниже еще посмотрим, 15-минутный лучше покажет S&P 500 и Dow Jones. Ну, тут поддержки тестируются уже, то есть вот был сильный сегодняшний всплеск, ретест сопротивление локальное или же если мы можем лучше назвать вот эту отметку 4680 по S&P, зеркальная отметка, потому что она снизу тестировалась некоторое время, цена выше не поднималась, и сверху протестировалась, Перед этим цена ниже него не, не спускалась. И в данный момент по факту тестируется опять снизу. То есть, если мы внизу у него задержимся, это не очень хороший сигнал. Для S&P, для Dow Jones, в целом тоже самая ситуация, приблизительно должна быть похожа. А тут, конечно, эта зеркальная, эта зеркальная отметка чуть выше находится. Если брать в районе этих сопротивлений какую-нибудь круглую, круг, круглую отметку 36300 350. И пока под этой отметкой мы находимся, наверное, ну, может продолжаться снижение, дальнейшее снижение. А, в случае, если мы укрепимся над этими двумя отметками по S&P и по Dow Jones, это хороший сигнал с целью продолжения покупок. То есть, если мы увидим такой сигнал, это будет очень хорошо. Обращайте на это внимание. Главное, чтобы мы не закреплялись под этими отметками по S&P и по Dow Jones. Сейчас ситуация непонятная, почему? потому что консолидация продолжается. Цена уже в фазе консолидации. Тут просто лучше отталкиваться от зеркальных отметок, которые технически тестируются в Белизе локально. Либо над ними укрепляется цена, либо под ними укрепляется. Вот как поведение золота последние три месяца, неопределенность рынка золота, который существует. И там есть отметка 1800 долларов, под которую можно очень хорошо отталкиваться. Мы, кстати, к ним тоже сейчас э, перейдем разбору. И хотел доллар еще, следовательно, из-за обратной корреляции разобрать с S&P 500, с индексами, фондовыми индексами США. Тут приблизительно есть отметка, которая должна пробиваться вниз, либо же цена должна над ней укрепиться. Она очень близка к, некой, к некому сопротивлению тут, которое исторически протестировалось неоднократно. И давайте, скажем, это отметка 94, о котором, кстати, очень долго говорили. Мы о нем, наверное, последние Несколько недель говорим. То есть по факту эта отметка тестируется уже как зеркальная отметка. Лучше, чтобы она так импульсивно не протестировалась. Или же лучше, чтобы если мы его прорвем, если мы покупатели доллара, лучше, чтобы оно ниже этой отметки, вот как здесь, импульс не потеряло. Амплитуду не потеряло. Это признак того, что в случае, если будет здесь снижение, которое вот как здесь, импульсивное, затем цена будет снова укрепляться. То есть <coughs> тут как бы... Точнее, наоборот, если мы продажники доллара, если мы ориентируемся на падение доллара как инструмент, который имеет обратную корреляцию с фондовым рынком, который еще должна расти. То есть, по факту, фундаментально нет еще для фондового рынка причин для того, чтобы он сильно падал. Поэтому основной сценарий для доллара – это его снижение. Но если будет такая потеря амплитуды ниже этой отметки, если мы прорвем 94 вниз, и будет такая же потеря амплитуды внизу у него, Uh, или же импульсивно сильный ретест uh, 93-80-93-40 после прорыва 94. <coughs> это все может восприниматься как сигнал последующего разворота или укрепления. Поэтому лучше, чтобы мы умеренно укрепля... закреплялись под 94-93-80, а затем цена будет падать дальше. Главное всего, основная поддержка это 93-50. То есть 93-50, закрепление под, под, под ним – это хороший сигнал э, дальнейшего снижения. Если импульсивно одной свечой будем приближаться в ближайшее время от четырехчасовой свечой и часовой свечой к этому отметкам, это очень хороший сигнал в того, чтобы продлевать продажи в средний срок. То есть это признак того, что в сроке уже потенциал э, нисходящий, который есть, он будет исчерпан, а дальше уже цена будет скорее всего колебаться дальше по боковику. Поэтому <коспалит> на это тоже обращать обязательно. Внимание, переходим к Форекс парам. И у нас по Форекс парам, по евро, по фунту, по австралийцу и по новозеландцу по отношению к доллару. Сейчас будем разбирать их. Евро, доллар, фунт, доллар. Слабость евро в целом связана с тем, что более или менее ФРС, конечно, не будет сейчас в ближайшее время поднимать ставки, но он, скорее всего, будет раньше, чем Европейский банк поднимать ставки. Поэтому евро, евро будет, наверное, почувствовать определенную слабость по отношению к доллару не в цене, а именно в тенденции его движения. То есть его как бы укрепление, его прям ближайшее укрепление, он немножко под вопросом. Импульсивно э, спекулятивное укрепление, да. У нас сейчас дневной таймфрейм, и здесь очень сильное расхождение волатильности и некая консолидация под к, не... к, ближайшим сопротивлениям происходит. Давайте на 400 таймфрейме разберем. Но ну, ситуация по факту такая, что если 1.15.80 Будет прорван вверх, то цена может дальше укрепляться, возможно, импульсивно к последующим сопротивлениям. То есть, тут есть отметка 1.1580, а над которыми, с ними укрепимся, то это хорошая новость. Поднимемся и закрепимся, то, возможно, цена будет еще пойти вниз. Но если подним и закрепимся, то для продаж тут потенциала не очень много есть. То есть, тут расхождение волатильности, тут как бы торговать внутри этого диапазона очень трудно. Потому что это диапазон срыва, волатильность. Это диапазон, в котором происходит срыв, расхождение и же формирование расширяющейся формации. Иными словами. Поэтому лучше всего, наверное, все-таки дождаться какого-нибудь нисходящего сильного импульса, за которым уже начнется хоть какое-нибудь умеренное укрепление хотя бы по евро. А по фунту ситуация более-менее ясна. Тут отбой уже произошел на дневном таймфрейме. Но на 15-минутном, скорее всего... Это тоже, кстати, да, очень импульсивное снижение, дает нам, э, ну, вероятность того, что цена будет умеренно укрепляться до середины вот этого импульса хотя бы, до отметки 1.3550, 1.3560, есть, то есть, есть такая вероятность, но что будет по итогам этого движения, продолжение такой консолидации, он ничего вам не даст с целью покупки, то есть, поэтому покупки пока еще, наверное, будут под вопросом продажи точно так же, а единственное, что нужно дождаться вот конкретно хорошего такого разворота доллара сверху вниз, произойдет ли он, не произойдет ли. Потому что сейчас рынки ждут, что будет. Мы об этом, кстати, в другом обзоре обязательно поговорим, что будет с всемирной экономикой. И китайские акции никак не восстанавливаются. Это очень плохо для всемирной экономики и также для американского рынка. Австралиец и новозеландец приближаются к зоне консолидации тут с целью продаж исходя из дневного, дневного графика и с фактора что по факту здесь происходит ложный пробой поддержки но с целью продаж тут к сожалению ничего не можно сказать а покупки к ним, к ним под, подготовиться можно но тут тоже расхождение происходит то есть тут консолидация расхождение волатильности ретест какого-то дна происходит, то есть ретест на рынка происходит. Здесь, ну, точно продать, как бы, просто так с, со стопом, наверное, тоже не выйдет. Но а с, по скальпингу, наверное, можно. Но скальпингом нужно, а, нужно уметь, как этим работать, как, в общем, это все делать. Для этого у нас на а, метатрейдере Герчи Конко есть инструмент, называется риск менеджер. В случае, если, конечно, а, у вас есть система для торговли, у вас есть система риск-менеджмента собственного, то в эту систему по факту даете машине, которая будет э, за вас переживать и э, посмотреть, как э, можно ли открывать новые сделки, э, когда лучше закрывать, как за текущие сделки и так далее. И он как бы вам не даст упасть в margin call или же заранее потерять тот депозит, которого вы не собираетесь потерять. То есть обязательно пользуйтесь, обязательно по этому поводу посмотрите на нашем главном сайте по поводу риск, -менеджер, риск менеджера. Им лучше пользоваться. Почему? Потому что он просто облегчает процесс, которого, то есть вы сами либо ведете этот расчет, либо этот расчет для вас ведет уже как бы, ну, машина, встроенная в метатрейдера, которая который гораздо лучше сможет, гораздо быстрее у вас может реагировать. Вы не всегда перед монитором, вы не всегда можете это делать. Поэтому лучше обязательно по этому поводу узнайте. И тут, смотрите, тут ситуация по новозеландцу э, немножко обнадеживающая и с целью покупки. И, э, в общем, если мы ниже 0.70-0.80 не зайдем, то все хорошо, скорее всего. Нужно посмотреть, зайдем ли мы ниже э, 0.70-0.80. Поэтому обязательно от этого отталкивайтесь. Тут ложный пробой. Уже был. Мне кажется, что мы ниже не пойдем. Скорее всего, дальше у нас путь вверх. То есть мы ждем разворота доллара США с вершины вниз. Евро умеренно будет расти. Фунт Австралии, и Зеландии. умеренно начнет расти. Вот. GBP, JPY, фунт иена, о котором часто спрашивали. Очень сильный нисходящий импульс по нем был. И некая зеркальная отметка сейчас тестируется. На дневном таймфрейме, мы ниже вчерашней свечи открылись. Тут есть вероятность нисходящего импульса, но за этим исходящим импульсом возможно стоит последующий разворот вверх. Поэтому, если что. Наверное, для скальперов с целью продажи, с целью продажи тут есть диапазон, которым можно воспользоваться 152.80 152.60. Где-то здесь по этим отметкам можно скорее всего забрать, если вы продадите. Опять же. Это зависимо от того, какой у вас риск менеджмент и насколько вы готовы вложиться в эти сделки, в такие опасные, как бы краткосрочные сделки. Поэтому тут уже, тоже лучше всего дождаться разворота, изменений тренда, а затем уже войти. Переходим к защитным активам. Золото, серебро, платину. И как вы уже, наверное, слышали, знаете. Все защитные активы растут, когда на фондовом рынке что-то не так происходит. Фондовый рынок корректировался последние три дня не сильно, оно просто консолидировалось. И какой бы рост золота сейчас, каким бы рост, каким он не оказывается большим, сильным на фондовом рынке снижение не очень большое, потому что он очень сильно накачан деньгами. И золото сейчас больше реагирует на, больше растет на, на спада доллара, чем на спада фондового рынка. Вот фондового рынка можно не спешить по факту, это еще за горами относительно по отношению к этому, этому году, если мы говорим по поводу фондового рынка США. А по поводу золота отметка с 1800 пробить импульсом и котировки по факту уже возле нашего локального сопротивления застряли. Тут с целью покупок, особенно исходя из сформирования сегодняшней свечи, трудно говорить, что продолжение движение вверх может, то есть движение вверх может продолжаться. Единственное, что если мы получим, то есть не зайдем ниже 1800, хотя бы 10, 1806, то если от этих отметок мы отобьемся вверх, ну, же давайте просто без риска возьмем отметку, психологическую там отметку 1800. Если мы от этой отметки не мы эту отметку не пробьем в ближайшее время. Или же мы его очень одной паранормальной свечой пробьем. То есть импульсивно пробьем в ближайшее время. То есть четырехчасовой свечой одной аномальной или же часовой свечой. То есть и такая ситуация будет. Скорее всего, дальше рост следует. Но тут нужно дождаться некой коррекции по золоту. Скорее всего, может произойти на 15-минутном таймфрейме. Тут у нас есть отбой от линии тренда краткосрочного, но она тоже может прорваться спокойным образом. Обращайте внимание на расхождение волатильности, которое здесь происходит. То есть по факту спокойно может 1820 протестироваться еще раз. И движется она даже может опускаться до 1810. тоже это вероятно. Главное, чтобы мы для того, чтобы всего этого не было, нужно, чтобы цена хотя бы укреплялась на 1825. То есть 1825 довольно хорошая отметка, которая протестировалась. И пока мы над ним не укрепились, пока можно говорить о вероятности э, более глубокого снижения, коррекционного, опять же. Потому что золото на фоне всего риска, который сейчас, аппетита к риску, который сейчас возобновляется, он ну, не может сильно падать. После регуляции ситуация должна, должна быть приблизительно такая же. То есть, дневной таймфрейм по золоту. Сегодняшняя свеча. Вчерашняя была очень слабой, медвежьей, но слабой. Сегодняшняя открылась ниже в закрытии вчерашней. Это нехорошо. Но она тоже показывает, уже середина европейского, европейской сети показывает на сильное снижение амплитуды. Вот эта тень, которая сформирована здесь после ретеса 24 20 4.20 приблизительно. Он говорит о том, что цена может ниже не опускаться сильно. То есть, возможно, мы получим ложный пробой 24 очередной раз. Но цена дальше будет расти, скорее всего. По платине мы тоже посмотрим. Приблизительно такая же слабость, такая же сжатие. К... То есть такое же сжатие волатильности в районе сопротивления. Но тут есть расхождение, во-первых, где нельзя торговать. Во-вторых, лучше дождаться, скорее всего. Некого ретеста ближайший поддержек 1040, 1044. Отметки довольно неплохие, для того, чтобы дождаться их ретеста. Как импульсивнее мы протестируем эти отметки, так и лучше. То есть имеется в виду вот эти вот локальные отметки, которые здесь будут лучше. Доллар к йене и доллар к франку. Иена франк тоже является защитными, как говорится, активами и же валютами. Ена, к сожалению, по давлением, но из-за э, слабости доллара, он как бы не сильно тянет доллар вниз. А, на сама как бы слабая, и доллар относительно одновременно тоже слабая. Но в целом э, эта пара должна дальше расти. Э, но из-за слабости доллара, как бы, тут движение восходящее немножко, немножко э, как бы застряло, не продолжается. И по поводу общего роста иена, если вы помните, мы неоднократно говорили на предыдущих обзорах, приблизительно, когда она начал мы о нем говорили, и было очень очевидно, что она начнется и будет долго продолжаться, потому что с политика а, министерства, нового министра, монетарная политика нового министра, который пришел на пост, э, на пост министра в Японии, э, была за то, того, чтобы продлить э, стимулы экономический с целью того, чтобы просто поддержать экономику. Естественно, такой ход очень сильно давит на ЕНУ и ситуацию, которую мы, мы увидели, наблюдали за которой. За которой. И по факту довела цену до неких, неких очень, очень исторических максимумов. Мы сейчас по факту наблюдаем за эти месяцы, мы наблюдаем за разворотом цен от этих сильных отметок, то есть от отметки 114. Поэтому тут тоже как бы насчет покупок нужно быть очень осторожным. Скорее всего, внутри какого-либо боковика можно будет это осуществить. А где этот боковик заканчивается? На отметке 113, скорее всего. Поэтому лучше этой отметке отталкиваться. Лучше него, скорее всего, покупки. До середины предыдущего импульса. А ниже него, естественно, продажи. Относительно предыдущим импульсом тоже нужно смотреть. И относительно локальным поддержкам, чтобы сильно много не взять профита которого возможно не будет очень сильная консолидация этой пары связана с тем что они одновременно оба слабые то есть и доллар и евро доллар к франку ситуация приблизительно такая же но тут Отбой от линии тренда может закончиться последующим ростом. Обращайте внимание, что для скальперов, скорее всего, тут, исходя из открытия дневной свечи, в ближайшее время есть возможность ретеста локальной поддержки 0.9080. 0.9080. восемьдесят Вблизи вот этих поддержек. То есть, по факту, есть вероятность их ретеста для внутридневных торговцев. А нефть на дневном таймфрейме пережил свой спад и по факту сегодня, сегодняшняя свеча, хочет немножко, немножко нас перепугнуть, но опять же она открылась по факту в районе, близи закрытия предыдущей свечи. Сегодняшние данные по рынку нефти должны быть хорошими, соответственно, они должны поддерживать дальше цену нефти. И та коррекция, которая сейчас продолжается, тоже может завершиться, имейте в виду. 82 доллара 81 долларов, 50 центов. Хорошая поддержка с целью того, чтобы возобновить покупки. Но, вероятнее всего, цена может застрять, застрять в районе этих, этой поддержки долго. И вас просто припугнуть последующим снижением. Поэтому, наверное, лучше 80 до 81,50 немножко подождать. Затем снова войти э, в сделку. Почему? Потому что движение, которое здесь случилось, может еще раз повториться. И это как бы совсем не м, тот... То соотношение э, при, э, прибыли к э, риску, который, возможно, будет у человека, который зайдет в покупку приблизительно в районе 82. И таких моментов по нефти очень часто случается, когда вы на вершине, не получается у вас брать э, нужный профит, потому что. Или же войти в сделку, потому что собственно, у меня. И потому что там риск сделки под, под, относительно той точки, в которой вы заходите, приблизительно равно будет э, тому профиту, который сверху. Потому что мы просто на, на вершине рынка, и мы просто покупаем. А, кстати, с целью того, чтобы более-менее можно было углубиться вам тоже в эти темы, обязательно не, не забудьте посмотреть другие обзоры, которые есть на этом канале от Александра Халачигечика. Конечно же, его курс перезагрузки, который есть у нас. А на сайте информация все полностью на главном сайте. Если вы можете по этому поводу, по поводу курса перезагрузки тоже посмотреть. Суть этого курса в том, что просто, особенно для опытных трейдеров, в цель того, чтобы просто перезагружать свою собственную систему торговли. Очень хорошо помогает избавиться от лишних всяких рамок, которые со временем из-за добавления новых там, индикаторов, факторов на рынке и просто добавляйте в свою торговлю, они начинают не очень хорошо повлиять на ход торговли. Поэтому обязательно посмотрите. Изучайте курс перезагрузки от Александра Михайловича Гельщика тоже. Не забудьте об этом. Обязательно почитайте на главном сайте нашего. По поводу рынка нефти в целом более-менее объяснил. Дальше обращайте внимание, что по биткоину, по эфириуму <coughs> движение, которое сейчас происходит, очень резкое, очень сильно восходящее. И по биткоину мы вчера пробили новый максимум по эфириуму. Приблизительно такая же ситуация была. Но сегодняшние свечи дневные, они открываются ниже предыдущих свечей, причем с появлением тени. Поэтому мы берем как минимум середину предыдущего восходящего импульса для того, чтобы отталкиваться от э, того, э, то есть вот обозначить диапазон э, на нисходящего, нисходящего коррекции. 64 300 давайте возьмем, или же 64 500. Для биткоина это отметки, которые могут протестироваться в течение дня, то есть снижение до, до этих отметок может продолжаться. Для, для, для Ethereum приблизительно цена уже вблизи э, локальной поддержки, которая может протестироваться, то есть э, середины диапазона, извините, 4600. И по факту его ретест может тоже сопровождаться последующим разворотом, либо же консолидацией. Тут мы не говорим о развороте о, по поводу биткоина, по поводу эфириума. Новостной фон очень довольно хорошо. хороший, поэтому э, негатива по, по них в, ну, как бы, по поводу них просто нет пока еще. Поэтому тут просто можем говорить о какой-то коррекции, коротковременной и до середины предыдущего э, импульса. Э, друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний обзор. Надеюсь, что вам понравился. А в случае, если что, обязательно не забудьте оставлять свои комменты. Под видео вопросы тоже оставляйте. Если есть какие-либо активы, которые вы тоже хотели бы разобрать, тоже оставьте по этому поводу комменты, чтобы мы их разбирали. Не забудьте обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие у нас эфиры бывают. У нас бывают эфиры от Александра Михайловича Герчика, от Сергея Заботкина и также от Виктора Макеева в течение недели. Поэтому для того, чтобы их не пропускать, обязательно забудьте подписаться и нажимать на колокольчик. До следующей встречи. Всем хорошей торговли. Пока-пока.